многострадальной нашей земле, чтобы мир восторжествовал. На территории Луганского государственного университета имени Владимира Даля в храме святого Александра Невского сегодня, 25 марта, состоялся молебен о тех сотрудниках и студентах университета, которые стоят на рубежах нашей Родины, освобождая территории, временно оккупированные украинской властью. Руководство и представители профессорско-преподавательского состава Далевского университета помолились о том, чтобы наши мужчины вернулись живыми с войны на нашей Луганской земле, воцарился мир. Дорогие братья и сестры, уважаемые коллеги, мы сейчас помолимся о мире, о всяком добром деле. 102 года университету Владимира Даля. И, конечно, помимо этого у нас есть еще те обстоятельства, о которых мы должны молиться. Мы желаем всем вам, нам мира, здравия, помощи Божией. Храм был воздвигнут в 2000 году и прошел долгий путь, но богослужения не останавливались даже в 2014, когда территория университета и церкви подвергалась обстрелам. Не останавливается работа храма и сегодня, когда на нашей земле снова боевые действия. Здесь оказывается помощь и поддержка всем тем, кто в ней нуждается. Мы также сейчас тоже занимаемся благотворительностью, зная, какие сейчас нынешние события, мы оказываем эту помощь. Мы постоянно молимся о мире, постоянно молимся о нашем народе, постоянно молимся за руководителей, правителей наших, чтобы та беда, которая случилась, чтобы она с помощью Божией прошла. Об этом мы, конечно, молимся. Наш храм постоянно открыт, и люди могут прийти, помолиться, получить консультацию по духовным вопросам, нравственным вопросам, получить поддержку психологическую. Тем более, что этот храм, он при университете, он университетский храм, и мы, конечно же, активно сотрудничаем с университетом, и студенты приходят, преподаватели приходят, и это отрадно. Поэтому мы и желаем всем сотрудникам университета, всем учащим и учащимся мира, спокойствия, благополучия. И годовщина университета, 102 года, конечно, это попадает под такой момент и период, но тем не менее надо помнить своих учителей, наставников, тем более такой известный человек, как Владимир Даль. Он очень дорог для нас, для нашего народа. Поэтому мы вспоминаем и молимся о его упокоении. И в то же время мы молимся о здравии всех наших сотрудников университета, студентов, близких, родных, с пожеланиями им здоровья, помощи Божией во всем. Обращаемся и знаем, что его молитвенное заступничество перед Богом за наш народ, за нашу страну. Вот. И мы вручаем, передайте, пожалуйста, Виктору Дроновичу, это икона университета, вот, чтобы Спасибо Господь большое. Через великого князя Владимира нас бы защищал. Еще раз, дорогие Спасибо, коллеги, поздравляю Спасибо. Всех вас, Спасибо. Благодарю всех вас. Дай Бог вам здравия, помощи Божией во всем. Наш храм всегда открыт. Мы друг друга знаем, всегда обращайтесь, храни вас Бог. Еще раз всех с праздником и дай Бог всем нам мира и благополучия. Спасибо. Спасибо. В свете горящих свечей и ликов святых каждый из нас задумался о вечном. Мы молились о том, чтобы война закончилась, и наши сыновья, мужья и близкие наконец-то вернулись домой.